Когда дольщик полагается на застройщика, а застройщик надеется на русский авось. Прокуратура Ленинского района выяснила, общество с ограниченной ответственностью «Веромарк» возводит многоквартирный дом по адресу Лежневская, 213, с нарушением требований федерального законодательства. Директор фирмы привлек для строительства денежные средства дольщика в размере свыше 400 тысяч рублей. В то же время застройщик не заключил договор страхования. Иные меры по обеспечению исполнения обязательств по передаче жилых помещений участникам долевого строительства по всем договорам не приняты. По данному факту прокуратура района вынесено постановление об возбуждении в отношении руководителя данной организации дела об административном правонарушении. При рассмотрении данного дела департаментом строительства и архитектуры указанное должностное лицо, руководитель данной организации, привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа размером 20 тысяч рублей.